Сегодня же в столице Чувашии завершает работу межрегиональный семинар-совещание по антимонопольному законодательству. Среди тем и оптимизация системы госзакупок. Их с прошлого года проводят по новым правилам. О том, какие новшества содержатся в ныне действующем законе, накануне рассказал журналистам министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашии Владимир Аврелькин. Чем дешевле, тем лучше. Преимущественно по такому принципу раньше оценивали потенциальных исполнителей госконтрактов. Нередко это приводило к тому, что конкурс на поставку того или иного товара или исполнение тех или иных услуг выигрывала сомнительная фирма, получала аванс и бесследно исчезала. Мы могли покупать все, что угодно, да, но только по максимально низкой цене. Это не всегда устраивало и как госзаказчика, так и потенциального потребителя этой услуги. С этого года действует 44-й закон, он в действительности там, наложил ответственность на всех и в части не только цены, но и исполнения самого контракта, качества продукта. Одна из статей ныне действующего закона гласит, если участник торгов предложит цену, которая ниже стартовой более чем на 25%, то он обязан предоставить в полтора раза больше финансовое обеспечение. Кроме того, закон повысил требования к персоналу компаний-исполнителей, участвующих в торгах. Директор, главный бухгалтер и другие ключевые сотрудники проверяются на причастность к списку недобросовестных поставщиков. А все крупные контракты теперь обсуждаются с общественностью. Сегодня еще введен институт общественного обсуждения крупных проектов. То есть если проект там, вот на федерации, это больше 1 000 000 000 рублей. У нас таких проектов не так много, поэтому у нас он, это рубеж 100 миллионов. То есть если проект больше 100 миллионов, то мы его обязаны обсуждать с общественностью. И общественность принимает участие в этом. То есть сегодня процедура государственных закупок, она достаточно открыта, максимально открытая. Информация о том, где и во сколько будет проходить обсуждение тех или иных закупок, жители республики могут найти на сайте Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашии.